1 декабря, утро, покидаем отель. А тут вот шарики летают, уже запускают, наверное, с рассветом вместе. Баллоны стартуют, надувают, солнце встает. Wie sagt man, Geschmacksbombardierung ins Gehirn macht. Korkutuyor bir şey olmaz. İşte sana şeyle. O uçuş korkusu. Bak uçuş korkusu ayrı, yükseklik korkusu ayrı. Weil es so weiß ist und sieht aus wie Watte, deswegen Baumwolle. Привезли нас смотреть, как делают половики. Рассказывают, что это очень дорогие и качественные половики, которые горные женщины сами готовят. Das sind die bedeutendsten drei Familien. Wenn Sie im Internet nachforschen, Sie werden sehen, sehr viele Preise, dieser Kulikate, sogar Özübrig ist die Mutter in der Sekunde mit dem weltfeinsten Seiten. Ja. Falls ihr nur so viel brauchen, soll ich für eine Arbeitsplätze. Schwer lernen. Ja. Lernen, aber ja. Schwer. Sende, warte mal, wird auch mal ganz langsam. Tschüss. Половик готовый, наматывается. Такая вот железка, вокруг которой это все как-то обвязывается, натягивается. И дальше вот раскручивается здесь и длинное. Можно делать полотно. И все время это висит. Они берут любой цвет, который им нужен. И потом подбивают. И делают из овчины, достают шерсть, чешут сначала и потом катают, навязывают. Помню, у бабушки было вот это вот колесо, ну по-другому немножко, как у всех, как у русских все знают, большое колесо. Внизу ногами качают, крутят, вращают и делают нитки. А из ниток уже вязать можно. Wenn Sie kaufen, oder, da können Sie nicht konkurrieren. Wir haben sehr starke Konkurrenten. Ich werde jetzt mal hier, achten Sie mal, wie man es warm, es ist sehr warm. Der ist jetzt abgerissen, aber ich kann ihn nicht so. Sehen Sie? Schon die Karabala sind, oder? Ah, jetzt geht's weiter. Тут создается шелк, их нагревают, разматывают, и можно вот эта вот одна штучка, прям не видно. Вот видно, очень тонкие веревочки, это одна, сплетаются 50, и разная толщина сплетается, и делается вот эта вот разная толщина. Тут висят некоторые по толщиной 800. 800 используется на парашютах. Прошлись всю. Это не фабрика, здесь просто продают половики. В главной комнате запрещалось снимать, поэтому нам все показали, представили, рассказали. Самый дешевый половик был за 450, потом второй за 1500 и 4, 6, 12, так вот цены поднимались. Короче, шелк, понятно, что он дорогой. Мне не интересует, я сказал. Сразу покупатели пару раз подходили ко мне. Я говорю, я путешественник, у меня ни дома, ни квартиры, ничего нету. Я живу на колесах, и поэтому я не могу с собой таскать. Но мне нравится. Сейчас вот вышел под елочками подышать свежим воздухом. У нас говорят в лесу, астматики особенно советуют идти в леса, где вот еловые растут. Чувствуешь себя сразу лучше. Или когда мы идем гулять, и вот где много еловых,
там сразу вот чувствуется, что другой воздух, чище, более насыщенный после того, когда с города приходишь в лес. А в лес редко выходим. У нас леса рядом, большинство это лиственные. А если куда-нибудь подальше, уже более такие вот, не только ель, там сосна, елки, может быть, ну, всякие такие вот. В этом районе добывается много мрамора, белого мрамора. Он говорит, что в Турции много белого мрамора, и он выходит на первое место, потому что в Италии уже заканчивается мрамор. Теперь нас начинает вырабатывать здесь. Вот видно там вверху. У нас остановка вот на заправке. Тут такой магазин, где все можно купить. Сладости, чаи, сувениры всяких видов. Я посмотрел только вот эту вот штучку, там, сладости, скажем. Меня бы, может, заинтересовал. Упаковка стоит 720, здесь 4 разных упаковки, вот такие вот. Я бы взял бы, но 720 лир, это примерно 24 евро, это перебор. У нас в Германии в турецком магазине это подешевле. Потом я там видел этот короб, это рожковое дерево, или, как еще говорят, хлебное дерево, плоды. Килограмм 20 евро. Тоже перебор. Поэтому у меня интерес пропал тут что-то брать. Тут, как говорится, звездные цены какие-то. Вот, можно сказать, на заправке ресторанчик такой вот. Если сравнить, здесь гранатовый сок за 90 лир. А я вчера в деревне пил за 10 лир гранатовый сок. Я же не знаю, какая порция здесь, какой стакан. Встретили опять этих байкеров на заправке, там, где мы остановились, интересно. Вот здесь их несколько байкеров. Мы их там на перекрестке давно уже видели, я не знаю. Проезжаем мимо Анталии. Сделали наш круг большой. И возвращаемся к нашему первому отелю, где у нас была первая ночь. А завтра уже будем смотреть водопад и город Анталию. Я спросил нашего путеводителя, что я хочу узнать отель на следующей неделе, потому что хочу пораньше бронировать машину. Сейчас он в автобусе нам сказал, кто хочет арендовать машину, не берите полную каску. У нас называют по-немецки фольтаска, максимальная. Это чисто наживаются на деньгах, на туристов. Он говорит, берите просто рент-а-кар, каску. Там уже, как говорится, все включено. Ну, конечно, многие берут еще кауцион, залог. Ну, такая вот информация небольшая, тоже для меня интересная, что надо брать просто каску простую. Вернулись в наш первый отель. Танцующий мужик встречает нас с халатом. Вот рецепция. Тот же самый отель. Довольно понравился. Главное, чтобы не та же комната, а то у нас балконная дверь не закрывалась. Вот такой вот туалетик. Шкаф с зеркалом. Две кровати и балкончик. Здесь уголок немножко. Позолоченный балкончик. Клима работает. Клима капает. Красота. Бассейн вон сразу. Красивый отель напротив нашего. А лошадки вообще, ух, какие. Отель-корабль. Написано, как Титаник, мне друг сказал. Мы проезжали, но я его не видел. Огромный. И пальмы на фоне. Вот он,
Титаник. Лайнер. Отель. Красивый. Гуляем по улице. Смотрим магазин. Тут встретили такой вот. Дикий прям. Самодельный. Как старый Харли Дэвидсон. Но вообще облицовка вон фара такая злая. Клевый. Сзади шипами. Женщина кормит кошек. И тут и все. И кошки, и собаки. Заказал себе ливр. И салат, и хлебушка. Сейчас покушаем. Покушали очень хорошо. Спросил, как это, спасибо. Она как-то по-другому сказала, уже забыл опять. Сейчас спросил, как до свидания. Она щемле-щемле говорит. Щемле — это примерно как пока, наверное. Вот хочу учить, что-то не получается, тяжело. Это не как английский. Вот в этом городе, районе мы там кушали. Сейчас уходим назад к нашему отелю. Там как мертвая зона, там уже как будто все, не сезон, закрыто уже. Покушали мы сейчас хорошо. Я в предыдущем городе был, один покушал там буквально этих ребрышки, там немножко мяса, немножко салатик на 500 лир. А тут мы покушали вдвоем на 265 лир. Это просто полцены и двое сыты, офигеть. Вот такие цены нравятся. И качество еды очень хорошее тоже. Я это печенку взял, местами сало было тоже хорошее, поджарено прям костром. Прям как будто сам приготовил шашлык на огне. Вкусно. Цацике, лепешка. Все, теперь сытые, опять в отель. И ночевать, если следующий день скоро. Мы вышли из отеля и сразу зашли, там рядом недалеко магазинчик был. Вот купил мыло такое вот, можно сказать, домашней приготовки из верблюжьего молока здесь. Здесь ослик, молочко ослика. Здесь также вместе с губкой, оно вот мягкое. Это стоило 2 евро. Это тоже он сделал уже потом, скидку 2 евро. И вот в такой коробочке, почти килограмм, но не совсем, вот это вот Delight, сладость вот это вот. С гранатом, это вот я не помню уже, это такие вот маленькие апельсинчики, тут вот гранатовый вкус и много орешков. Там были уже готовые такие упаковки, но он говорит, там меньше орехов, а здесь больше орехов. И здесь также ореховая паста используется. Я заплатил за это 18 евро и за каждое мыло по 2 евро.